И всем привет! Я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот, огородик начал потихонечку, что тут проклевываться начало. По-моему, это редиска. Там молодой редис, редис болезнетворная, блин. Что-то он приболел. Причем все, я так смотрю. А здесь что? Тут просто зеленое. Вот я еще посадил ту капусту, которую я прошлой серии притащил. Тут просто зеленая. Так, а это дальняя, которая тоже все болезненное. Ну и фиг с ним. Удобрений у нас все равно нет. Вот. Сейчас я взял один с собой пистолет. Все-таки надо пойти пошуметь там и попробовать отогнать этих зомбарылых все-таки от дома. Потому что надоели они уже там. Ельница начала или куст какой-то расти. Срубим одно дерево. Я тут много шел каменный топор сделал, в смысле. Чуть-чуть ускорим время. Дорубит он его или не дорубит. Ага, дорубил. Он это сломал и взял другой топор. Молодец. Так, вот я скидываю сюда поломанные топоры каменные. Ну, пишут, что вроде как не поломан, но там на самом деле его уже в руки даже нельзя взять. Вот, прокачал еще навыки, посидел книжки, там почитал персонаж. Вот, собирательство покачнул ему. Вот, фермерство и первая помощь. Еще работу по металлу осталось. Быстренько отдохнем сейчас. Там бедняга устал. Вот, все, и пошли в город. Скучно ему, видишь. Сейчас придешь в город, скучно не будет, блин. Я, наверное, нажму пока паузу, пока доберусь до дома. Если будет что-то интересное, включусь. Вот я вернулся на свое прежнее место. И тут огромное количество зомби. Уже увязали за мной. Так, надо взять пистолет. И вот нашел еще лопату. Блин, такое ощущение, что он не бегает, а блин. Его зомби он почти догоняет, блин, пешком. Потемнело, блин. Или это утро, или ночь, непонятно. Что я там переночевал в доме. Чего мы уже не бежим? Так, ну те в кустах сейчас потеряются, а тут я не знаю, что делать. Тут их как было, по-моему, много. Зайдем, глянем, что там внутри делается. Вот, а тут их фигня. Возьмем топор. Сейчас подобиваем этих гавриков. Зомбики-то уже разбрелись за это время. Отлично. Огородик тут неплохо подрос, я смотрю. Что это у нас, картошка? Уже даже убрать можно. Процветающий. Но еще рано. Тут должно, чтобы получить семена, надо подождать, пока оно не будет сгнившая капуста. Чахлая. Это уже даже, блин, перебор. В смысле убрать, а собрать, а убрать уже понятно. Ладно, уберем туда. Может, строительство, вернее, это прокачается, как ее фермерство. Опа, фермерство. Сейчас тебе будет фермерство, блин, за задницу схватит. Так, блин, из этого меню нифига не видно. Ребята, думаю, если нас справится, и еще тогда. Пошла отсюда. Ты тоже. Ты тоже. Так вот дашь ты. Вот
дурак, ну ты посмотри на него, что он делает. Уже цапанули, блядь. Суток не прожил, блядь. Ты что, я толкнуть не можешь, ты придурок. Так, чего там у нас? Конечно, царапина. Посмотрим, что там. Царапина, дезинфицируй давай. Ну это царапина, вроде ничего страшного, даже кровотечения особо-то нет. Повязочку. Где он там, Гаврик, вон он. Так, перевязали, да? Отлично. Так, у нас небольшой перевес. Это не страшно. Разгрохнем его со спины. Получится не совсем. Так, это хорошо. Что у нас с помидорами? Посмотрим, информация. Процветающие. Плита хорошо. Дождь был. Так, ну этих смотреть, у них обычный. О, мой персонаж пришел. Сумочка, отлично. Повесить на спину. Я думал, он уже, блин, давно где-то свалил отсюда, а он все еще здесь ходил, отлично. Так, примем одну таблеточку, витаминку, а не гвозди. Вот, ну, надеюсь, что обойдется все. Так, сейчас с аптечкой надо что разобраться, повезти ее на... взять в основную руку, скинуть туда все это... Вот, отлично, теперь снимем с этого аптечку. Положим ее в сумку, если она влезет, влезла. Гвозди туда. Блокнот пустой. Так, а что в сумке делается? Тут дофига чего. Это идет. А мне вроде как даже топора нет. Лосось испортился, выкинем ее. Так, перегрузки нет, и он устал. Так, бутылка воды, арахисовое масло скинем. Блин, салфетки не положил, ладно. Спички, сухой завтрак. Не хочет портить топор. Тебя давай. Металлургия, я не знаю, так и не понял. Есть она тут, нет ее. Металл есть. Возможно, только работы с металлами, все. С готовыми металлическими там листами, трубами. Всячина наподобие этого. Так, этот ломает ящик. Там где дробовик лежит, между прочим. О, как он, прям разошелся. Так, вот еще где-то что-то долбит. Сложим пистолет. Ты чё это, блин? Он тут дробаш свой это. А он тут долбится стоит. Так, где еще кто долбится? Ага, в окна, блин. Так. Двоих сразу. Добьем, пока это пройдет. Есть. О, этого сразу захедшотили. Да хорошо, что там паниковать. Все пучком. Так, зайдем, я ничего в доме делается. Да нормально тут все. Семена есть, все есть. Зажигалки, ножики, все как я оставлял, так оно все есть. Хорошо, мороженое. На, тебе, чтоб скучно не было, съешь.
Видишь ли, он, блин, зомби-апокалипсис, он скучает. Ему скучно, видишь ли. Так, стоп, стоп, стоп. Что у меня тут еще есть? Лопата. Что можно сделать с лопатой? Ну, взять ее. Буду. Кроме того, как копать. Ну, я их еще и драться можно, но сейчас посмотрим, чего он может делать. Просто копать и все. Что мы получаем? Прикопки. Ничего. Все, я думал. Ну да. Я думал, он может там глины накопать или еще чего-нибудь. Еще кошка пришла. Так, твою ж. Со своим копанием, блин. Тут один единственный зомби, блин, может закончить жизнь персонажа. Укуси его. А поскольку медицина у нас никакая, в самом деле никакая, он ни рану себе заштопать не может, ничего. Не умеет он этого делать просто-напросто. Так, что делать, я даже ума не приложу. Гвозди как бы есть с собой, вот еще гвозди валяются. Доски вон поразбрасывали, все поломали, козлы. Блин. Что с той стороны зашел? Так, жилетка у тебя, да? Жилетка мне пока не нужна. Где он делся? Только что ж был, наверное, вышел опять уж. Тут должен валяться где-то, по-моему, мой топор. Вот он, да. Сумку его. О, ага, банан. Да. А лопата влезет? Лопата не влезет. А нет, опа. Оказывается, лопата влезет. Где зомбар делся? Или мне показалось, или я что-то не понял. А вот он. Я еще сильно, я что-то забыл. Вот так вот. Сережки. Бесполезная вещь. Так, с бревна построить опять, что ли? Как бы все есть, вот бревна, тряпки. Ну закроем дверь тогда. Так, тоска, что значит тоска? Построй, гвозди, бревно. Взять труп, закрыть. Давай дверь закроем. Так, здесь вот полночи валяется. Так, на полу. Что, бревна? Три бревна, две тряпки. Тряпок, наверное, мало. Сейчас сорвем с этих. Сделаем тряпки. Отвоевали дом. Ну, правда, особо, конечно, не воевали, но я-то думал, что с пистолета придется пистолет и просто отманить толпу. Так, все, да? Вот построить. Здесь появилась наконец-таки стена. Ну-ка, давай. Запечатывай. Есть. Так, а где наша ловушка? Тут у меня же ловушка была. Вот мудилы разломали. Так, бревен. Что с бревнами? Сколько тут количества бревен? Хватит ли их? Три бревна. Три бревна мало. Как ни крути, гвозди заберу. Так, нужен молоток. Попробую сделать фрейм. Фрейм. Так, 12 этих, дубина, патроны. Неплохо, 36 патронов, на пистолет 10 еще есть. Надо разгрузиться. Вот это факт. Скинем это в ящик. Гвозди, вот есть коробка с гвоздями. Так, мне нужен молоток. На самом-то деле. Ножовка, ножовка, ножовки нет, блин. Ножовка в том доме осталась. Ядрит, мадрит. Как же я бревна-то сделал, вернее, доски. Я хотел фрейм сделать. Заготовку для строительства. Так, 4 доски. Так. 3.
Здесь. Сейчас тогда возьмем клетки, скинем. И закроем, попробуем, может поплотнее, все-таки попрочнее, вернее, будет. Так, какой ящик? Вот этот ящик и рваные тряпки. Блин, что так? Неужели нельзя быстрее в тряпки просто пачкой сложить? Нет, обязательно надо по одной штуке ложить. Так, разделили мне это был с собой. Так, возьмем основную руку. Выйди на эту сторону. Ну, вот, построить. Деревянная рама, нет, стена. Вот, фудфрейм. Это что, столб? Столб мне не нужен. Заодно и строительство прокачаю немного. Так, а теперь как ее апгрейдить? Построить. Может Е? Нет. Через Е он перелазит. Так, ага, вот. Вот она. Наводишь на нее и... И доски нужны. Две доски. Вот так. Еще доски неужели не хватит? Мы сейчас возьмем они все, сколько влезет. Вон еще бревна есть. Ну, бревна можно было, конечно, распилить, но распиливать нечем. Ножовку я с собой ничего не подумал взять сюда, когда шел. Так, наводимся. Вот, посмотри сюда. Что значит, а это что, гвоздей нет? Как нет? В сумке аж 25 штук. Ты че? Так. Левел 1, нам, окно нам не надо. А чё так-то? Больше ты не можешь? Строительство, значит, не позволяет. У нас строительство 3-го левела. Где он? Вот оно. Всего-навсего. Да. О, круто ты заколотил, конечно. Так, и вот апгрейд. Кстати, его можно продолжать апгрейживать. На 3-й уровень. Потому что 7-й строительство надо, а здесь 4-й. Ну да. Блин, ну что ж делать? Ножовки нет, совсем нет. Соседи, может быть, посмотреть. Так, что он такой перегруженный? Доски. Скинем доски. Возьмем в руки топор. Гвоздилин сейчас выкинем сюда. Там, где он должен лежать. Сумки остались, остались. Сюда же и лопату. Яйца свежие? Свежие. Надо в холодильник положить. Майонез тоже свежий. Арахисовое масло. Вот эта фигура, кстати, уже вторая. Надо баллон с пропаном найти. Морковь. Так, это надо что-то в холодильник, что-то поразлаживать. Горю. Холодильник, морковь, майонез, яйца, горчица. Еще пока не испортила, слава богу. Эта фигня уже испортилась. Сейчас в зомби запихнем. Сыр свежий положим. А это удочка. Удочка, удочка. Клей это не сюда. Арахисовое масло тоже не сюда. Так, вот он. Охотничий журнал. Создавать ловушку. Прочтем. Она быстро читается, буквально моментально. Оп. А это что, журнал электроники? Сделать пульт дистанционного управления 1, 2, 3 левела. Отлично. Не знаю, правда, для чего. Пульт дистанционного. Ну, значит, либо сигнализацию какую-то включать, или еще что-то. Это что? Это первая помощь. Фермерство, я уже зачитал, книжка, журнал, все тут у нас особо с книгами-то напряг. Вообще совсем. Консервы, где-то у меня тут были консервы, сейчас выложим. Максимально уменьшить вес. Скука, фигня, выпьем, короче.
Это сейчас можно в зомби положить. Сухой завтрак. Туда же положу шоколад. Удочку надо где-то приспособить. Да, на полку с книжками положу. Чего бы и нет. Блокнот. Собирайте их, потому что из них с помощью блокнота можно разжечь костер. Ну, как вариант. Он вроде там что-то может записывать, как бы. Патроны. Я, по-моему, с того дома не сел, успел патроны забрать. Пистолет выложим. Так, сюда клей скинем. Вода. Чего я воду не выложил? Я же есть бутылка воды. Вот в этой тумбочке есть вода, да. Вот в тебя, например, сейчас и положим гнилое мясо. Гнилое, гнило, но все нормально. Так, у меня две аптечки получается. Блин, как ее расширить-то? Тут можно растянуть эту фигню или нет? Ага. Да, две аптечки. Зачем мне две аптечки? Пока положим ее на книжную полку. Выкинем две. Потом возьмем одну. Какой-то из них нитки есть. А, вот они сейчас. Возьмем-ка штуку. Так, что у нас с бинтом, кстати? Все нормально. Заражения нет. По крайней мере, его не тошнит. А это уже что-то. Так, ну это фигня, конечно, не защита. Вообще, блин, смотришь на это и... Блин, вот соседка пришла. На тебе. А в тебе ничего под... Еще одна. Ты с подружкой пришла, блин. Здесь вертолет больше не прилетит. Так, порвем тебя на тряпки. Твою шмотку. Я хочу построить еще забор. Сейчас вырвем еще одно дерево. Или здесь бревен хватит? Сколько бревен? Три бревна. Три бревна мало, да? Одно дерево срубить. И поближе. Зачем далеко уходить? Вот это маленькое. Так, кстати, одно бревно можно в сумку положить? Можно. Да, прикольно, забавно вообще представить себе мужик, который запихивает бревно в сумку. Это, наверное, интересно. Так, построить стена из бревен. Это, по крайней мере, даст мне какой-то шанс. Так, мы его размерим вот так. Не перегорожу ли я дверь? По-моему, перегорожу. Тогда, наверное, вот так. Да, сделаем угол, потом еще вот так вот продлим, и тут дверь. У меня досок должно хватить на это все дело. Так, еще одно дерево, конечно же. Бедный топор. Бери бревно в сумку, туда же ветки, мелкие ветки. Пригодится, когда-нибудь пригодится. Так, сколько бревен у нас сейчас? Здесь одно, на полу еще одно, и в сумке одно мало. Туда скинем его. Скидывай, да не в зомби, а на пол. Ну, то, что в сумке, она нам особо-то... Чуть тебе не нравится? Легкая печаль. Найдите способ повысить настроение. А что, работа тебе не повышает настроение? Так, берем бревнышко. Еще веточку. Из веточки можно сделать топор каменный. Только нужен острый камень. Вот, что-то вроде тамбура. Запилить.
Да, ну это, конечно, долго. Может, нажать паузу, чтобы не смотрели это. Сейчас я так и сделаю. Ну вот, я построил на, короче, доски хватили только на этот вот, на коробку на саму. А вот на дверь уже не хватило. Внутри еще можно будет ящики построить. Тоже как дополнительное препятствие. Вот два слоя надо, может друг на друга поставить. И здесь впереди можно друг на друга поставить, ящиками кружить. Это тоже отнимает время. Но здесь очень плохо, что только один выход из дома. Вот я взял отвертку, молоток. С помощью молотка и отвертки можно скрутить дверь. Опа, сагнул уже. Кучу зомби. Опа, ты смотри, прямо одним ударом двоих. Так, штаны у тебя что? Ничего у вас. Сходим в этот злополучный... Кстати, доски. Вот же доски на окнах. Их же можно снять. Убрать баррикаду. Ой, куда отдохнуть? Убрать баррикаду. Там шляется. Так, доски положил. Смотри, сколько у нас. Одна влезла. Вторая влезла. Еще с третьей она влезет. Вот, отковыряем отсюда. И заберем у них дверь. Соседи, зачем она им нужна? Это хреновая дверь, кстати. Говорят, вот это лучше. Так, открыть дверь. Disable. Что-то он там делает. Неужели заберет? Попробуем, может, еще скинет пару досок в сумку для уменьшения веса. Ну, снимай дверь. Отвертка, молоток, банан. А, господи, когда они уже это исправят? Доски, я помню, все сошкрябал. Сколько у меня досок были здесь, и вот и хватит на дверь. Не так, так и так. Пойди. Хоровод будем делать туда-сюда. Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Кстати, я сделал костер. Это нам позволит сжечь эти трупы. Потому что на... Короче, чем больше трупов вокруг валяется, тем больше зомби туда сходится, как бы на запах или что. Ну, это надо их... Ну, это все делать надо в миссии, потому что с них надо снять все шмотки. На тряпки тут еще. Блин, тебя тут как-то не хватало. Такая несговорчивая дама. Ну вот, наконец-то, с третьей попытки. Говорили ее привлечь. Так, гвоздей нету. Надо взять. Гвоздиков сколько там? Штуки 4 надо. Или там не гвозди нужны. Так, строить, 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 строить. Деревянная дверь, что нам надо? 4 гвозди, ручка, ну понятно. 2 петли. Одна ручка. Ну и что там, половина гвоздей. Хватит. Думаю, больше, чем хватит. Он устал. А, понятно, почему он не может никого опрокинуть. Он устал, бедняга. Ну вот. Другое дело, что мы можем еще построить. Деревянный пол, мебель. Полку построить можно, ну не то что мне надо. Ящик. А ящик доски не хватает, понятно. Ну даже не знаю, что делать. Оставаться тут и идти туда, что делать.
Так, что у нас с картофелем? Я там что-то смотрел. Информация. Процветающий. Но. Интересно, сколько картошки он даст с одного урожая? Копать руками? В смысле копать руками? Полить информацию. Вот, он значит, процветающий, но все зеленое. Значит, это тоже зеленое. Ну да, нету это вот как его информации, чтобы можно было собрать урожай. Так, выложим то, что нам не надо. Доска. Не, стоп, 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 доску сюда не ложи, вот на пол. Две доски. Две доски мало все равно в любом случае. Так, возьмем топор в руки. Отвертку. Сложим ящик, она мне сейчас пока не нужна. Так же самое, как и молоток. Что у нас в этом? Гвозди туда же. Салфетки. Салфетки надо переложить. На печку. Там, где они должны быть. Взять обе руки. Да и кстати, надо посмотреть, что у нас там. Бин грязный. Плохо. Царапина. Царапина это фигня. Стерилизованная тряпка. Повязка. Давайте повязку лучше. Отлично. На руке. Не страшно. Так, а бинтик можно постирать. Очистить бинт. С помощью бутылки то же самое и воды. Да как так? Ты можешь воды набрать, блин, в этом кране или нет? Бутылка, есть в чем проблема. Так набери воды. Посмотри на него. Что там сделал? Случайно не включил плиту? Вроде нет. В чем проблема? Да то тут постоянно с этими умывальниками. Я не знаю даже как это можно так. А, ладно. Я уже устал от этого тыкания. Что я вообще хотел делать? Уже забыл. А, трупы. Так вот. Есть тряпка, можно развести костер, с помощью нее. Повязкой скинем сюда. Возьмем труп в руки. Подходим к костру. Вот, встаем на костер. И сбрасываем просто труп. Он падает рядышком, это все фигня. Не буду я их, короче. Тряпок он везде. Тряпки везде ходят. Так что с тряпками проблем не должно быть вообще. Тряпки сами приходят. Ну, допустим, сейчас еще парочку положим. Вот эти, которые рядышком лежат. И сожжем их. Вроде как отбеливатель, я когда-то где-то читал, что можно. Короче, вот эти пятна выводить крови, которые вот остаются после же зомби. Вроде как они тоже приманивают к себе зомби. На запах они как бы сходятся. Он же ей захотел. Вот еще тебя. Возьмем и хватит. Сейчас я нажму паузу, слутая с них все тряпки, даром, чтобы не пропадали, включусь. Вот, я собрал с них тряпки, сколько получилось, 99 тряпок. Вот, и мы сейчас подожжем костер. Мелкие редкие спички. Оп, горе-горе ясно, чтобы не погасло. Все. Трупов нет. То же самое барахло у них можно разное скидывать. Допустим, те же самые там поломанные топоры и всякую ерунду. А зомби в зомби положить нельзя, интересно?
Для экономии места. Ну-ка. Нет. К сожалению, нельзя. Пошел отсюда. Успел. Короче, они тут будут постоянно идти. Тамбур. Так, вот лосось, кстати, гнилой. Зачем мне то, чтобы он валялся на полу? Правильно, положим я лучше в зомби. В любого. Да не бутылку. Под руками. Ты воду, блин, набрать можешь мне в бутылку или нет? Пойти сюда, пойти сюда. Включить, выключить. Где плита находится, а где, блин, меню появляется? Убрать разбитого, копать руками. Попить. Блин, в ванной проще, по-моему, это сделать. Закрыть дверь. Вот, наконец-то. И попить еще, блин. Ну что ж, я думаю, что, в принципе, на этом можно уже и заканчивать серию. Сейчас займусь тут готовкой. Приготовлю что-нибудь. Спички нужно выложить. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Так, а что у нас в этом ящике? Пусто, а в этом? Пусто. Значит, сюда тряпки будем сложить. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.